В Анапе сгорел модный пляж-бар «Варвара Бич». ЧП произошло 26 февраля. 18:35 на пуль пожарно-спасательной части 44 анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании помещения летнего кафе, расположенного на пляже в районе Варваровки. 18:44 на место уже прибыли первые пожарные расчеты. Всего в тушении участвовали 15 человек личного состава анапского ПСГ. В связи с тем, что подъезд к горящему помещению был перекрыт, то сразу проехать к нему было невозможно. Понадобилась специальная техника для расчищения проезда. Кроме этого, тушению возгорания мешал сильный ветер, это около 30 м/с. Имелась угроза распространения огня на лесной массив. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Более часа понадобилось пожарным для полной ликвидации последствий пожара. Причина возгорания устанавливается. Во всех подробностях произошедшего, а также установить виновного в случившемся еще предстоит сотрудникам правоохранительных органов.